Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейном 20-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходит в эти дни в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Магнитка представляет 4 запатентованные разработки, касающиеся способов производства высокопрочной и сверхвысокопрочной стали. В частности, речь идет о технологии получения конструкционных марок стали, о термомеханической обработке для изготовления стального проката с заданным структурным состоянием, а также о разработке высокоэффективного вида металлопродукции толстолистового проката из сверхвысокопрочной низколегированной стали для противопульной защиты корпуса транспортных средств. Кроме того, на площадке салона представлен товарный знак «Max Strong». Под этой маркой ММК выпускает высокопрочные и износостойкие марки стали, которые не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. В 2013 году по итогам очередного московского международного салона «Архимед» ОАО ММК удостоился сразу 3 наград – одной золотой и 2 серебряных, сообщает Управление информации и общественных связей ОАО ММК.